каждым годом высшее образование в России становится все доступнее. Так, если в 2012 году из бюджета было выделено лишь 352 тысячи мест в вузах, то за прошедшие годы их количество увеличилось почти вдвое. И в этом году в российских вузах выделено 626 тысяч бюджетных мест, в том числе в новых регионах страны. Таким образом, две трети поступающих в этом году смогут учиться бесплатно. Большинство бюджетных мест отдано под наиболее востребованные в экономике специальности. Это инженерное дело, технологии и технические науки. Кроме того, предусмотрены отдельные квоты для студентов, участников СВО и членов их семей. А также для детей врачей, погибших от коронавируса при исполнении служебного долга. Абитуриенты могут подать документы лично, по почте, через сайты учебных заведений или на портале госуслуги. Прием документов завершится 25 июля. Хороших вам новостей!